По информации оперативного штаба, по предупреждению за возле распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории Среднего Урала зарегистрировано 27 554 случая. Число заболевших в Полевском – 230 человек. Всего обследовано по спискам в городе Полевском 3294 человека, 3245 сняты с наблюдения. Под наблюдением остается 49 человек. Проведено 8862 исследования. 190 полевчан выписано. В инфекционном отделении Полевской ЦГБ проходит лечение 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 23 человека находятся на амбулаторном лечении. Еще 6 проходят лечение в больницах Екатеринбурга. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для лечения все необходимые препараты и оборудование.